Давайте посмотрим сначала на карту. Что мы вообще прошли? Юг мы весь полностью прошли, кроме вот этой башни и вот этой южной части. А мы можем вообще сюда попасть? Потому что здесь дорога как бы, но дороги там нет на самом деле. Карту перерисовать, видимо, не успели. Не помню, но в этой части вроде был. Что здесь? Ладно, давайте вот до сюда дойдем. Что не помню, был ли я в этой южной части? Нет, наверное, с верхнего костра пойду. Сюда, значит. Вот тут где-то, по-моему, точно был. А вот это я не помню, что здесь. Затем, дальше. Вот эта часть у нас полностью не исследована. Здесь у нас куча мавзолеев мы видели. Вот эта часть мы, наверное, в конце пойдем. А, мы вот здесь вот не доисследовали. Да, давайте сначала... Да, блин. Схватить, прыгать. А вот это начнем. Тут, по идее, тупик, хотя не выглядит как тупик. Не, давайте здесь. Вот все-таки я уже сюда прилетел. Так, для билда я выбрал два таких мячика, раз они выпали. Вечерица ретроля. Пришлось немного раздеться, потому чтобы перегруза не было. Кольцо мне точно нужно, кольцо? Нет, кольцо мне вообще не помогает. Какой-то на useless. Мне надо заниматься в прыжке. Перекате. Одинаковые разбега и обычные атаки. Дуал вилд двух двуручников. Не прокачанных, кстати. Так, эту штуку мы видели? По-моему, да. Кто? Трелиурнийская война. Золото не затмило луну, луна не пленила золото. В этом жестоком танце родилась клятва. Но это про Радагона и... Вторую женщину, как называли, да? А, босса, Ринала, точно. Ну, луна это Ринала, а золото это Радагон. Не, мы, кстати, там были. А, нет, вот мы были, кстати, только на зеленой местности. Или там вроде были. Что-то я забыл. Ну, давайте еще раз пройдемся. Здесь 100% были, это я помню. Прижался ли здесь по краешку? А, по-моему, да, по-моему, я там даже по мосту проехал. Блин, красиво здесь, кстати. Хоть такой туманчик, ничего не видно, но все равно прикольно. А, может быть, я только один это слышу. Может, мне микрофон не настолько четкий, чтобы это все слышать. Если вы ничего не слышите, то очень хорошо даже. Так, а то здесь я приехал по этой штуке. Но по границе я, по-моему, не помню, что приезжался. Там вот мы были. А за этой штукой мы были? Блин, ничего не помню. Костер. Костер активный? А почему костер неактивный? Вот здесь это и не был, потому что я знаю, да. Хотя нет, как не был. Ну да, я же по другой дороге проехался. Ну, там я, кстати, не помню, за эту штуку я заезжал, там какое-то озерцо. По-моему, тоже не заезжал. То есть я увидел эту штуку и пошел сразу в нее. Так, здесь лагерь, по-моему, этот лагерь я зачистил. И вон ту штуку тоже. Что я их примерно помню. Давайте здесь до конца проедемся, потом вниз, наверное, спустимся. А здесь конец вообще где? Стоп, нет, 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 я уже лишнее беру. Здесь я еще здесь не был. Ладно, давайте до этой скалы. Повернем налево. Смотрим, что здесь. О, знакомые челы, кстати. Но вы не призраки. Давайте два, но этого убьем, раз сагрился. Кстати, блин. Интересно выглядит.
А урона, конечно, у этих пушек нифига нет. Ладно, там мы точно не были, но это мы туда сейчас не поедем. Давайте вниз спустимся, потому что я не уверен, что внизу был. Внизу я точно... О, медведи. О, предмет. Да, здесь не был. Блин, ну почему реально у Долвилда нет урона? То есть с одной пушки и бить намного выгоднее. Наибыстрее и более урон. Там мы спускались эту штуку. Там у нас был муравейник. Мы вот до конца не стали проходить. Я не знаю, мне кажется, он, блин, короткий. Я вроде карту открыл, или я не открывал его карту? Нет, не открывал. Предыдущего карта только открыта. Тут медведи. А, хотя вот это я, по-моему, видел этого медведя. Возможно, это я видел тоже. Блин, точно так, какая. Что-то я не помню, то ли видел, то ли нет. Ха, предмет, блин, видел, конечно. Что я вот эту область не видел только. А что, только появился здесь предмет? Кто? Очевидный ключ. Медведи такое ощущение, что я видел. Спящий медведи, он тот... Да, нет, блин, эту штуку я точно видел. Может, я не пошел к ним просто? Все, пошел в эту сразу. Решил сначала в нее сходить, а потом уже сюда. Да, похоже на то. Не убивать я это все не буду, с меня что там что-то падать. Ну окей. Поехали тогда отсюда вверх. Там, где мы остановились. Это вот тут, вот, по идее. Нужен выход на улицу здесь. Мы вроде в какую-то часть уже начали ехать здесь, блин. Пару дней, блин, не поиграл, уже ничего не помню. Так, ну это босс. С боссом мы дрались, да, босса мы победили. Так, а что после босса? Да, вот в этой части три сестры. А, тут башня. Еще один камень памяти дадут. Ага, тут справа очень много всего. Но нижнюю часть мы точно исследовали. А тут верхнюю, я думаю, мы не трогали. Я хотел ее как раз таки исследовать. Она ведет, по-моему, как-то еще дальше сюда. Давайте по левой сначала пройдем. Здесь более на тупик похоже. Кто-то топает. Тут дракон. Ну, у меня душ нет, так что не жалко. Сейчас подеремся с драконом, видимо. О, можно все сверху посмотреть, прикольно. Кстати, тут место, где я спускался к кувшинам. Не помню, где оно было. Вот здесь, наверное, где-то. Мы шли здесь к боссу, здесь слева вернули, свернули. Там был этот предмет, который висел в воздухе. Потенциально был предмет этого чела, который картину нарисовал. Так, пересмотрел момент, то есть я не видел сам момент, когда играл, то, что он... Это реально картина. И на записи тоже не видно то, что появляется стул. Но примерно можно разглядеть то, что изначально там не было предмета, а потом он появился. То есть, возможно, все-таки это оно.
Просто награда очень какая-то слабая, типа треснувший горшок. Это немного не то, что хотелось видеть. Так, еще одна башня. Это, понимаете, тут три такие башни. Это, типа их сестры назвали. А там мы были. Это что за место? Нет, мы, кстати, не были, скорее всего, все там, потому что это... Это Рай Лукари. Нет, по-моему, Рай Лукари просто. Не узнаю с этого ракурса. А, так, башенка куда-то... Нет, точнее, лестница куда идет, башенка закрыта печатью, и печать... Не видно, чтобы можно было как-то потрогать или открыть. Башня Селвиса. Может, дракона надо убить, чтобы открылось? Вряд ли тут так же, как в предыдущий. Просто наверх надо забраться, и я... Ты легко пройдешь. Нет, печать осталась. Кстати, забраться сюда можно? Вот здесь, кстати, предмет. Маска черного волка. А, я надеюсь, это только маска? Выглядит знакомо. Маска черного волка. Маска в виде морды черного волка. Принадлежала убийце, которая выдавала себя за тени Ренни, колдуньи. Сходство просто сразительное. Окей, ладно, сходство. Ха-ха. У меня есть перевес с ней? Есть. Жаль. Ладно, тогда нет. Не судьба. Маска волка. Так, ну сюда мы зайти не можем. Я так понимаю, здесь тоже мы не можем пройти, да? Да-да-да. А, здесь можно смотреть, что скажешь. Пока нельзя открыть. Там то же самое? И снизу то же самое. Принадлежала Ренни. Ренни ходила в этой маске. Зачем? А нельзя. Видимо, надо дракона убить. Потому что здесь все везде шляться по открытым этим дверям. Так, призыв уже предлагают. Что реально призывом какой-нибудь на дракона? Замечаешь, что это какой-то уникальный дракон? Это же самый обычный дракон. Которых уже кучу раз убили. И он там вообще. Лишь там тесно с ним немного драться будет. Ладно, давайте подеремся. Так, это закрытая башня. Здесь он? По звуку он где-то там. А здесь что? Я отсюда только что приехал. Да, походу это... Да, приехал. Здесь вот он, сверху где-то слышу его. Ну, вот здесь вот проехать, значит, да? А здесь вот дракон тусит. Да, пора к дракону. Выбора особо нет. Что за дракон? Адула, дракон, присящий ко мне. Тот же самый, я же говорю, блин, тот же самый. Ну, почти тот же самый. А, все же меня, ну, конечно. Ты дышишь? Ну, дыши, чел, не надо. Ты так тесно, ты еще дышишь. Бежать некуда, чувак. Давай без дыхания. Почти голову лучше. Тут еще возвышенность, я не стою, до головы его 40. Какой кайф. Здесь хотя бы по балансу сильно бьет. ГГ. Это пань, повезло. Блин, как здесь противно драться, это капец. А, дракон, тебе самому тут комфортно, я надеюсь.
Есть хотя бы дракон радуется. Давайте, короче, нормальную пушку возьмем, то тыкать его здесь супер дискомфортно. Надо уже выложиться лишнее. Ладно, бы тут хотя бы драться с ним было нормально. Он еще это спавнился. А, тут еще и волк. Ты что тут делаешь, чел? Тебя вообще никто не звал. Вас тем более. Да, ну хотя бы доспавнился-то. Ай. Худшее место для битвы с драконом. А давайте еще и на коняшке это будем делать, потому что, ну... Арена суперская. Дракон сам и доспавнился. Ему даже самому здесь неохота драться. Ну, чел. А что мне тут делать с тобой? Серьезно. А, ни хрена. Ну, блин, ну, красивые атаки, но серьезно. Как бы, блин, все в горах. Блин, он стал просто на край обрыва, я не могу ему ничего сделать. Блять, я застрею даже на лошади. Просто танкуем. Он... Просто исчезет. Я к нему подошел, и он исчез. Вау, вот это босс. Вот это поставили. Поставили так поставили. Какой же кайфовый дракон. Куда ты, блядь, исчез? Он просто исчез? Или... Не, стоп. А куда он исчез-то? Ты, походу, улетел. Телепортом. Его нету здесь. Ну, совсем реально. Его нельзя было здесь убить? Ладно. Не очень-то и хотелось. А, нет, тут слот. Башня Рейни. Это типа одна из сестер Рейни. И у нее еще две сестры было. Та, в той башне. Не помню, как она называлась. И где-то тут еще третья. Ну, на коняшке с этим драконом, я так понимаю, не получается драться. Потому что он пускает свою магию, которую на лошадке не получилось меня задоджить. Может быть, какой-нибудь прыжок может помочь задоджить, но хз. Так, ну давайте в башню зайдем. Это, кстати, открытая. По-моему, даже изначально была открытая. То есть дракон убивать тут... Ну, дракон вообще-то ничего не дал, то есть он просто улетел. Типа тут на охрану был поставлен, но... Только почувствовал неладное, сразу свалил. Отличный охранник. Костер. Окей. Большая башня, типа? Или тут что-то важное? Туда можно пройти. Давайте раз тут костер пока походим по улице. Потом сюда вернемся. Да, там не было, я не смог сюда наверх запрыгнуть. Из коняшки. Вон третья башня, вижу ее. Давайте к третьей скатаемся. Посмотрим, открыто, закрыто. Дракона бы еще найти. Мне кажется, он недалеко улетел. Mm-hmm.
это читаемо было. Стоп. Это разговаривает, но, по-моему, это обычный чел. И это не под землей. Ну, в таргет никого взять нельзя. Блин, чел. Ну, встал все-таки эта штука. Это кто? А, это, кстати, знаете, на кого похож? Это на капра демона, которым мы дрались в этой деревне, да? Это он? Вот здесь вот. Деревня альбиноров. Это сообщение. Это от NPC. Кукла... А Селу Виса не трогать. И чел, которого... А это не тот ли чел, которого мы убили в читальном зале? Кукла. Это кукла. Не трогаем. Читаемо. Кто? А. Ну, не знаю. Что-то как-то странно все тут АФК. И чё мы сюда приперлись? Кукла, да? Ты кукла? Да, чел кувшин на голосе напялил. А, странное место, возможно, сюда надо попозже вернуться. Какую-нибудь куклу, когда мы найдем. А, ты живой? Стоп. Варить нельзя, я, чел. Серьезно? Ладно. Еще одна башня? Давайте не так зайдем. Или закрыто, да? Или не зайдем, потому что башня Рен. Снова башня Рен. А, дальше уже, наверное, поеду. Дальше это следующая локация, да? А, две... А, это не, кстати... Нет, это вроде все башни. Что, давайте вернемся... А, нет, вот раз, Селус, Рены. А, это Рены? Это Рены? Это разные челы? Да ладно. Окей, ну, нас только сюда можем попасть. Ладно, есть на этом все. И, кстати, билка рык тролля. Я не помню уже, что она делает. Ближайших врагов. А у меня есть в долбилде какая-то крутая атака. Она в одну руку берет. Какая же долгая атака. Так, ладно, тут какая-то башня Арени и Рены, тут они все, блин, так, осторожно вверх. Они, кстати, если они, блин, у них такие одинаковые названия, не уверен, кто был на боссе из них, а кто помогал нам в этом.
А вниз есть проход, мне кажется, мы там были. Блин, почему реально? То есть одна башня Рени, другая Рены. Как их теперь отличать? Ты кто, блин? А чё за тень? Откуда тень? А, там солнце светит. Так, таргет не берется, но мирный. Френдли. Звезды не требуются. Это другая? Нет, двойное лицо есть вроде. Да, это та же самая. А кто это теперь, блин? Как вас теперь отличать? Ну это получается, если я в башне Ренни, то это Ренни. О, again we cross paths. I believe I said my name was Rena when last we met. Да, да, ты назывался Рена, кстати. It pleased me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. У меня нет особой причины. No reason in particular thou claimest. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? Служить Рейни колдуньи. Сейчас заклинанием научить. I see. A choice well made. Thou art a rare sort. Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. А тут этот включился. Давайте нельзя. Good. Then I ask we proceed with haste. There is in my service a half-wolven warrior. О, это его мы знаем. By the name of Blythe. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron. А я Нокрон тоже нашел. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Что, пойдем в Нокрон? Ah, and there wilt thou find Egy, my war counselor, and Salavis. Салвиса мы, кстати, встречали в этой в подземке. Кто нам про куклу вроде сказал? А, или нет? Или нет, там, погодите, а что I'm там было? Sure the Speak with the three who await thee below. Thou needst not indulge them unduly. It hath been a passing long time. Speak, thou needst not indulge. Понятно. Три чела внизу. Так, стоп, кто третий человек этот, Блайт и Селивиус и кто-то еще? Ты призрак чел? Да, это выход, я так и думал. А, ничего интересного. You must be Rani's new да, это он, кстати. Yes, yes, I've heard all about you. I am Salavis, preceptor in the sorcerous arts. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you, but since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. I reside in another tower close by. А, это его башня, почему три сестры? Should you wish to be of actual service to Mistress Rani? If it were up to me, Rani. I wouldn't waste my time on the likes of you. But who am I to stand against the wishes of my lady? I reside... Come and pay me a visit. Рани, значит, да? Его башня. Селувиса. А, вот где это название видел. Это Рены. Башня Ренни, Ренни колдунья.
Профессор Селиус. А Блайт Полуолк? Ты где? Или то, что я его голову нашел, это как бы он и есть. Все, что от него осталось. Он же сказал на выходе. Или надо прям было по лестнице пройти, а не скипнуть. Они мертвы? Это их призраки? Она их убила? Стоп, стоп, стоп. А почему он призрак? В видениях. Да, да, да. Почему в видениях? Почему не сам он? Или это... Кстати, может, это не они? Long time, friend. Blythe. Have you forgotten? Glad to have you in the service of Mistress Rani. Чем призрак? Getting right to business. I'm still in Limgrave. The eternal city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. Чё, погнали в Нокрон? I'm going below through the well in the Mistwood. See if I can't keep me waiting. Я хотел Льюр. Не, давайте потом, короче, на Нокрон пойдем. Или сейчас. А, в общем, мне кажется, это на самом деле не настоящие эти челы, а их просто, как бы, эти прототипы. Так, а кто третий? Она сказала там про третьего кого-то. Третий-то кто? Этих двух мы нашли. О. Ай, гигант. Все. Что-то я про гиганта прослушал. О, so you were the one. Lady Rani has explained everything. Lady Rani. I am Iji, the Karian royal family's dedicated blacksmith and Lady Rani's war counselor. I am told that you are searching for Nokron with Blythe. I will give you whatever guidance I can and pray for your success. Блин, ну иди сейчас туда, я не хочу туда идти. My apologies for the misleading words. I never imagined that an audience, let alone service to Lady Rani, was in your fate. I, for one, should have seen it, but I did not. Do forgive me, my fellow. Let us give all that we can of ourselves, together, for Lady Rani. Let us give all that we can of ourselves, together. Ладно. Так, а башни теперь открыты. Давайте по башням пройдемся. А дракон улетел. Ее дракон был. Стена или что? А! Сопрели стена? Чего? Выпустите! Она меня заперла? Кого, блин? Что? Заперли, понятно. Я не могу телепортироваться. Так, чего, блин, проходит? Это я. Меня заперли. Запер, ну, выпустите. Вот почему я так пешиться не могу. Женщина, в этом делось. Ну-ка, выпусти. Может, костер надо заюзать? О, отпустила. А, и челы пропали, я понял. Все? О, стоп. А, резонс.